Когда прибыл на границу с Украиной? 24 февраля, где-то часов 5 утра. Какая вам была поставлена задача? Захватить город Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять город. Какие еще задачи поставлены были? Открывать огонь по оказанию сопротивления и по всем жителям города. Был приказ обстреливать гражданские объекты? И объекты жилого фонда. За сколько планировали взять Харьков? 3 дня. Ты знал, что ты едешь на территорию? Да, знал. Что вам говорили? Вы кто, как едете? Как миротворцы. Для чего? Чтобы освободить, так сказать, Украину от нацистов. Что еще вам говорили ваши командиры? То, что взять город Харьков. Как попал в плен? Попал в плен, оказавшись после артиллерийских выстрелов. Один солдат оттащил меня в ближайший лес. Дальше. После чего на следующий день утром меня взяли вооруженные силы Украины в плен. Сдался им сам. Что случилось с твоим взводом? Никого не осталось. Остался один я и солдат, который меня вытащил. Какие еще команды, задачи вам ставились? Сказали взять город и ждать дальнейших задач. После того, как взять город, какие дальнейшие задачи? Дальнейшие задачи — наступать дальше по территории и брать остальные города.